Еще кадры из Рыбинска. Наглость местных водителей переходит все границы. В распоряжении нашей программы оказались записи видеорегистратора одной из машин. Водитель впереди идущей машины ехал с большой скоростью и окатил из лужи женщину с коляской. И даже не остановился. Видео вызвало большой резонанс у местных жителей. В комментариях они требуют найти и наказать водителя за подобное поведение.